Держи, тебе пригодится. Осмотри город, старый Велидор. Здесь много интересных мест. Видишь церковь? Это там за нами гнались крикуны. Самый центр района. Ага. В городе есть доски с объявлениями о пропавших людях. Одна из них рядом с церковью. Может, ты найдешь там что-нибудь о своей сестре? А если нет, просто радуйся жизни. Конец света ведь уже наступил. Разве может быть хуже? Я свяжусь с тобой, когда все улажу. Thank you.
Мой дедушка работал шахтером на карьерах старого города. Эти туннели сейчас кишат зараженными. Интересно, что творится в центре Лу, когда... Эй, смотри, куда прешь. Что за день? У меня ни за что не получится. В чем дело? Эй! Пилигрим, это тебя хотели повесить? Друг, тебе дико повезло. Мне б твою удачу. Я ученик Альберто. Но, верно, ненадолго.
Я уже третий раз пытаюсь выполнить задание. Провалюсь, мастер Альберто меня выгонит. Что еще за мастер? Точно. Ты же не местный. Мастера — это те, кто изобретают новые технологии, конструкции, разные устройства, полезные в бою. А Альберто здесь главный мастер. И, как уже сказал, я его ученик. Люди смеются, мол, он глупый и не умеет складно говорить, но он настоящий гений. Что за задание? Я должен спроектировать что-то полезное. Я уже придумал очки для подводного чтения и выдвижной поводок для собак. Но его постоянно клинит. К тому же, здесь нет собак. Все мои идеи никудышны. Это мой последний шанс показать, чего я стою. Потому я провел последние недели, бродя по базару и размышляя. И тут меня вдруг озарило. Козы! Они сидят в клетках, потому что уничтожают посевы. Но из-за клеток козы грустят и дают меньше молока. И мне пришла в голову идея ограды, на которую будет подаваться напряжение. Так козы будут сидеть в вольере и давать больше молока. Я назвал это электропастухом. Но козы будут испытывать стресс и давать кислое молоко. Правда? Стресс у коз? А у тебя не было бы? Ударь тебя кто-то током и возьми за вымя. О, нет. Напряжение будет низкое. Оно их лишь пощекочет. Так в чем же тогда дело с твоим изобретением? Мне не хватает пары деталей. Их тяжело достать. Боюсь не успеть вовремя. Ты не поможешь? Если согласишься, я подарю одно из своих крутецких изобретений. Оно не связано с козами? Не, кое-что поинтереснее. Вот увидишь. Нужны кое-какие электрические детали. Разберу их на резисторы и прочие штуки. Насколько я знаю, они есть в двух местах. Одно из них – магазин хостоваров Fitz William Place у водонапорной башни. Альберто говорит, что они там есть. Но это темная зона. Там полно превращенных. Лучше идти ночью. А второй вариант? Остатки патрульных машин. Есть место к югу от Хорсшу, недалеко от старой электроподстанции. По окрестностям бродят бандиты. Они могли все растащить. Тогда тебе придется искать другие места. Или выйти ночью в магазин. Все-таки удача тебе улыбнулась. У меня есть нужные детали. Не шутишь? Фантастика! Да мне тебя небеса послали! Держи. Не знаю, как благодарить тебя. И еще кое-что. Поможешь мне с показом? Моя установка находится у главного входа. Включи ее, а я схожу за Альберто. Скоро он все увидит. Встретимся у клеток, рядом со стеной. Нашли что-то по душе на базаре? Наняли завтра быть вышибалой. Кому-то нужно заняться кусаками, что после заката слоняются у базара. Слушай, Карл вчера болтал об ограничениях на воду. Эйден, ты об этом что-нибудь слышал? Кто-то крадет нашу воду, и никто ничего не может с этим поделать. Смотришь на мертвецов? Они пропали без вести. Какая разница? Никого ведь не нашли. Тогда зачем доска? Прошло 15 лет. Тогда пропало много людей. Мой сосед потерял двоих детей. Но жизнь продолжается. Кроме того, никто не посмел снять эти фотографии. Но это безнадежно. Как не стало ночных бегунов,
никого больше не находят. А ты слышал о детях, на которых проводила опыты ВГМ? А на ком их не проводили? На детях, на стариках, на слепых, на глухих. Все хотели получить вакцину. Некоторые ради денег, остальные, чтобы обмануть судьбу и не заразиться. Для Велидора это была сделка с дьяволом. Запертые в чумном городе, но получившие шанс дать лекарство всему миру. Но вирус победил. И исследования, в конце концов, прикрыли. А дети... Официально никто не проводил на них опыты. Права человека и прочее дерьмо. А неофициально? А неофициально... Скорее всего, часть детей вывезли из города. Что касается остальных... Они просто разбежались по городу. Тех, кого не поймали зараженные, убил голод. Или тьма. Где сейчас все эти дети? Спустя столько лет, большинство из них, вероятно, уже мертвы. И если кому-то повезло, и они все еще живы, вероятно, они в Central Loop. Там больше миротворцев. Легче выжить. Кто-то же должен знать больше. А зачем? Это уже прошлое, и нет смысла его ворошить. У всех хватает своих проблем, Пилигрим. Каждый сражается сам за себя. Слегка. Хуже всего то, что они... Я тебя видела. Да. Вы меня чуть не повесили. Ну и что? Ты ведь жив, правда? Прости? Слушай, у нас не было выбора. Если бы ты превратился, как мы ожидали, ты бы всех убил. Я понял. Это была опасная ситуация. Ясно. Значит, без обид? Да. Висельник, шея не болит? Очень смешно. Я тебе кое-что скажу. На твоем месте я бы хотел, чтобы меня прикончили. Или лучше иметь на своей совести бессмысленные смерти? Я бы предпочел, чтобы не вешали невинных. Но ведь все закончилось хорошо, Пилигрим. Ты никого не убил, и ты на воле. Двойная победа. Кто такой Барни? Здесь все знают Барни. Я не знаю. Расскажи. Лучше вообще забудь о Барни. Он не любит любознательных. Узнает, что ты его разыскиваешь, сильно разозлится. Зачем тебе неприятности? Теперь я точно хочу узнать больше. Хорошо. Он младший брат Софи. Поговаривают, что он безумен. Но на нем держится весь базар. Барни боятся даже миротворцы. Свяжешься с ним, тебе пиздец. Интересно, что творилось в Central Loop, когда миротворцы закрыли туда путь? Ходят слухи, что ренегаты собираются напасть. Не признал меня? У тебя аллергия на деньги? Короче, слушай, мы можем подзаработать, ты и я. Нужно только принести мне свеклу, редис, пастернак. Вот он! Хватай его, Эд! Он убийца! Что? Джулиан, Люк отравился водой, которую ты продал. Что? Но... Я не продаю воду! Лжец! Люк сказал, что взял ее у тебя. От того, что в этой воде он сейчас бредит. Значит, он обвинил меня, когда был в бреду? Постой минуту. Есть улики? Конечно. Вода была в бутылке. Люк принес эту воду в одной из твоих бутылок. Когда я расскажу об этом Карлу, тебя повесят! Бэбин, постой! Клянусь, я даже не торгую водой! Если лжешь, Джулиан, ты покойник! Послушай, если ты не торгуешь водой, то откуда у него одна из твоих бутылок?
Зная Люка, этот дебил наверняка ее где-то украл. Это в его духе. Даже если так, моя вода чиста, как горная роса. А может, это месть? За что? Меня все любят, я в жизни мухи не обидел. Секунду, подожди-ка. Черт, это мог быть Марко. Вот сволочь. Если задуматься, он давно точит на меня зуб. Это было давно, забей. Слушай, он живет на крыше бывшего ямайского ресторана. К западу от Велидора на Хаунфилд-Лейн. Я отдал ему за воду несколько кило своей лучшей муки. Докажешь, что он воду отравил, половина муки твоя. Подсобишь мне? Это можно проверить. Вот еще что. Неловко просить, но у Ганса тоже может быть бутылка такой воды. Я думал, ты ее не продаешь. Так и есть, но Ганс исключение. Можешь его предупредить? Он тоже живет на Хаунфилд-Лейн, только чуть дальше. Как-то все это очень подозрительно. Надеюсь, ты говоришь правду, иначе мне будет трудно тебе помочь. Ты Пилигрим, верно? Верно. За это вы тоже вешаете? Я хотел сказать, что был на твоей стороне. Ага. Спасибо, что переживал за меня. Что? Но я не... А, понял. Сарказм. Слушай, не так-то просто пойти против толпы. Конечно. Знаю, пилигримов иногда боятся, но... Черт. Вы умеете выживать за стенами. Это мое почтение. А я все твержу, что зима близко. Не проходи мимо, молодой человек. Приветики. Рад новым лицам. Я уже много месяцев не видела детей из-за дурацкого карантина всего центра. Подальше от химикатов. Все в порядке? Нет, она сгорела. Коза сгорела. Какой же я идиот. Что случилось? Я неправильно рассчитал напряжение. Вот бестолочь. Прости, не знаю, как я мог так ошибиться. Зря только время тратим.
Почему? Я так не думаю. Это очень... очень большой, огромный... Это ты про потенциал? Потенциал, да. Это может стать эффективным оружием. Оружием? Это готовая формула. Если просто применить ее к оружию, это может повысить наши шансы против зараженных. Храбрая коза рассталась с жизнью ради науки. И пир для всех. А ты... Я беру тебя в... И посвящаю тебя в... Мастера? Правда? Божечки, спасибо! Спасибо вам! Мы поговорим позже. Пойдем, Винченцо. Я так тебе благодарен. Вот, возьми. Нужно будет поднять напряжение. Загляни ко мне в мастерскую. Конечно, спасибо. Береги себя, ладно? Конечно, дружище. Похоже, кто-то делает лекарства из печени зараженных. Мерзость какая. Глядите, кто тут. Добро пожаловать на базар, Пилигрим. Thank you.
Ганс? Ганс, ты здесь? Ганс! Не вода. Этот придурок, должно быть, снова перепутал бутылки. Как бы ни шея, он бы голову потерял. Что значит перепутал бутылки? Он всегда берет с собой горючее, когда идет на охоту. Но выпивка здесь, а значит, он взял воду. Где он? А тебе-то какое дело? Вода, которую он купил у Джулиана, может быть отравлена. Он охотится у этой... военной башни, в сотни метров к западу отсюда. Или он во дворах? Я пойду к башне, а ты проверь дворы. Быстро! Погоди, погоди! Возьми самогон, на случай, если он уже выпил воды. То, что в этой бутылке, наверняка убьет заразу. Ганс? Старый дур... Ганс! Ганс! Это ты, Ганс? Что нужно? Ты пил эту воду? Да, черт возьми. На вкус как моча. Это твой самогон. Держи. Твоя жена велела выпить. Да пей уже! Херня! Что? Жена велела? Моя Анна? Она думает, самогон достаточно крепкий, чтобы уничтожить яд. Ха! Бабёнка моя! Ха-ха! Она меня всё-таки любит, несмотря на нытьё и жалобы. А говорят, романтика мертва. Держи. За то, что поднял настроение. И спас мне жизнь. Помочь добраться домой? Не, всё путём. Я с этой бутылкой еще не закончил. Тебя точно не хочется, говнюк. Подави, что? Нравится тебе петрила? На землю! Готов? Да, детка. Ты мой, сучаныш. Пожалуйста, ёбок. Уже иду. Вперёд! Ты труп, пидор. У меня для тебя подарочек, уёбок.
разъебаешь. От меня не уйти, сучара. Подавись, гандон. Нравится тебе педрила? Уже иду. Вперед. Готов? Пожри говна. Ты мой, сучат. Ты труп, пидор. От меня не уйти, сучат. Да, детка. У меня для тебя подарочек, уёбаешь? Нравится тебе педрила? Да, детка. У меня для тебя подарочек. Попробуй-ка это! Попробую! Смерть пришла! Здесь! Он здесь! Ты не уйдешь!
Это ведь не всерьез. Надо... Да, побывал кое-где. Знаешь, лучшие вечеринки всегда в центре. Туда мы и отправимся. У меня есть план, как туда попасть. Я все расскажу на месте. Жду тебя на крыше, у главной станции метро. Великолепно. Очередной вор воды. Этого только и не хватало. Из-за воров и зараженных я скоро разорюсь. Нет. Человек по имени Джулиан говорит, ты продал ему отравленную воду. Я ничего не отравлял. Ясно? Джулиан утверждает обратное. Ты веришь тому, кто продал мне муку, смешанную с гипсом? Раз ты не вор, может, разберешься с зараженными? Мне нужно избавиться от этих тварей там, внизу. Если откажешься, мне конец. Отравлена та вода или нет? Ладно, я избавлю тебя от зараженных, а ты расскажешь мне, что случилось. Идет? Конечно, идет.
Отойди, парень. Ладно, все в порядке. Так, что это за история с водой? Постой. Так ты правда из этих ебанутых пилигримов? Ебанутых? Теперь спокойно. Нужно быть отмороженным преступником. Или просто ебанутым, чтобы путешествовать по миру, полному зараженных. Ебанутым в хорошем смысле, конечно. Итак, что там с водой? С моей водой все в порядке. На базаре отравился человек. Если он умрет, обвинят тебя. Ах, черт. Ладно. Это была случайность. Ясно? Несчастный случай. И все из-за этих проклятых воров. Воров? Они постоянно крадут у меня воду. Я больше не хотел терпеть. Поэтому я решил устроить ловушку. Ты специально отравил воду, чтобы убить бандитов? Не совсем. По крайней мере, не специально. Недавно я убил здесь зараженного. И этот уебок упал прямо в воду. Всю воду испортил, сука. Тогда я и подумал, почему бы не проучить этих... Поэтому я наполнил несколько бутылок этой зомбятной водой и поставил их на самом виду. Они не должны были попасть на базар. Но, кажется, я напился и случайно продал несколько бутылок Джулиану. Я отдам тебе всю муку. И даже добавлю еще что-нибудь. Только не говори никому. Или мне конец. Они обвинят Джулиана и повесят. И не переживай за Джулиана. Такой хорек, как он, всегда выкрутится. А если нет, на одного хорька в мире станет меньше. Так что, договорились? Я не стану врать, я расскажу на базаре твою историю о несчастном случае. Ты спятил? Тогда никто больше не купит у меня ни капли воды. Я не дам повесить Джулиана за то, что он не делал. Нахер Джулиана? Мне нужно спасать свою шкуру. Поэтому ты никому об этом не расскажешь. Свет! Ты сунулся куда не надо, говнюк! Я тебя выебу! Давай!
водка жирная. Быть не может. Что-то странное. Нет, но мурашки по коже. Что это? Честное слово, здесь что-то было.
Что? Муж Бэббин умер. Джулиан был обвинен в том, что отравил воду и продал ему. Эйден, прошу, скажи им, что это не я! Джулиан невиновен. Зараженный упал в чан поставщика воды. И он спьяну продал Джулиану зараженную воду. Это не было убийством. Готов поклясться перед советом базара? Да. Где этот поставщик? Его нужно судить. Марка мертв. Я убил его. Тогда я закончил. Все хорошо, я тебя прощаю. Этот козел Марка получил по заслугам. Спасибо, Эйден. Половина муки твоя. Муки пополам с гипсом? Что? Нет. Кто такое сказал? Ну да, один раз, но... Оставь себе гипс. Заплати мне, и мы в расчете. Хорошо. Расскажу, Бэббин. Чувак, пить-то как хочется.